Сегодня здесь, на выставке, мы представляем группу предприятий Чувашской Республики по выпуску продукции электротехнического назначения. Мы будем очень рады видеть партнеров из Казахстана партнерами с нашими предприятиями. Данная выставка, она очень полезна, нужна и должна проводиться ежегодно. Здесь собираются энергетики всего Казахстана, Евразийского союза и зарубежных стран. Мы, как национальный оператор и многие участники выставки, находят партнеров для осуществления своих задач именно в постановке развития энергетики как нашей страны, так и своих стран. Чешские компании очень заинтересованы в работе в Казахстане. Они постоянно ищут новых партнеров, новые бизнес-возможности. Мы очень надеемся, что Чешская Республика или Министерство промышленности и торговли тоже выберет выставку Power Казахстан для того, чтобы чешские компании могли снова сюда приехать, поучаствовать. Будем надеяться, что эта выставка принесет нам новые успехи, новый бизнес. Выставка является очень хорошей платформой для налаживания контактов, связей как с клиентами, так и с поставщиками. На данной выставке мы участвуем ежегодно, порядка 7 лет. Она является достаточно эффективным инструментом для нашей компании и для поиска потенциальных клиентов. Наша компания в данной выставке Power Казахстан принимает участие не впервые. В прошлом году у нас был очень красивый большой стенд, который собрал очень много как потенциальных, так и наших постоянных заказчиков и партнеров. После выставки, после проведения выставки у нас активизируются контакты. К нам стучатся очень многие поставщики новой продукции. Мы очень рады, что компания ИТЭКа каждый год на очень высоком уровне организовывает данную выставку. Данная компания реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики. Это солнечные проекты и ветровые электростанции. В данный момент в Казахстане у нас имеются 5 потенциальных проектов. 150 мегаватт – это солнце, и около 100 мегаватт – это ветер. В целом, выставка нам очень понравилась, мы обзавелись новыми контактами, новыми будущими партнерами, я надеюсь.